Да, мы находимся с вами в первом зале музея, где называется все посвящено музею Енисея. По Енисею мы сюда прибыли, знаете, что и Енисейский, и Красноярский стоят на реке, как раз, но на самом деле много городов на реке Енисея, и в том числе даже и севернее. Здесь на Фотомяшке как раз можно увидеть несколько, ну скажем так, знаковых мест для реки Енисея. Енисейский залив.